сегодня вторник, каждый вторник в соответствии с планшетом в горосполкоме Тимошенко Надежда Анатольевна по этому адресу с 13 до 17 принимает людей. Сейчас узнаем, где ее найти. Добрый день. Здравствуйте. А есть к кому обратиться тут? По поводу чего? Мне нужна Тимошенко Надежда Анатольевна. А ее нет. Одну минуточку, а посмотрю. Да, если можно. Это наша с вами работа. Добрый день, информационное агентство «Полтава». Сегодня заявлено в планшете в горосполкоме, что Тимошенко Надежда Анатольевна, приемное время у нее. Причем, что удивительно, что каждый вторник она готова принимать. Скажите, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Да, спасибо. Как часто обращаются избиратели к Надежде Анатольевне? Бывает ли такое? Часто ли приходят люди? Как вас зовут? Меня Александр, извините. Александр, очень приятно. Меня Роман зовут. Я помощник депутата горсовета Тимошенко Надежды Анатольевны. О, хорошо, что мы меня с вами встретились. Меня зовут Роман. Так. На ваш вопрос, как часто обращаются люди? С определенной периодичностью приходят люди, пишут заявления, общаются. Ну, точную статистику вам сейчас сказать не могу, потому что в основном прием ведет она. Когда ее нету, то заявления, просьбы людей принимаю я. Понятно. Есть какие-то удачи, положительно решенные вопросы, вы можете сейчас сказать? Хотя бы так, навскидку. Есть. Ну, вот три случая, вот, которые у вас на памяти. Более детально дать информацию может Надежда Анатольевна вам. То есть, ну, я знаю, что... Есть случаи, когда обращались к ней, она помогала. Жалко, что сегодня... Ну, давайте сделаем так тогда. В следующий вторник я тоже приду. Надеюсь, что я с ней встречусь. Вы, я так понимаю, когда ее нету, вы в основном здесь. Да. Вы, несмотря на... Ну, в неприемные дни тоже здесь бываете? То есть, если избиратель ищет контакта, он находит всегда, его без проблем? Всегда. Или Надежда Анатольевна на месте, или я. Я полностью документирую информацию, когда обращается человек, и в тот же день или на следующий день передаю ей, и она непосредственно связывается с человеком для решения его потребностей или вопросов. Вы здесь работаете, это получается ваше рабочее место, а это уже как общественная да, нагрузка, да? Да? Понятно, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста.